задерживают. За что? В незаконном обороте и помощи особого прикрытия. Каким образом? Сейчас проедем в отделение, мы вам все объясним. Трех камчатцев подозревают в незаконной добыче кречетов. Участников организованной группы выявили сотрудники полиции. Птиц обнаружили в погребе одного из домов поселка Осора Карагинского района. Камчатский следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По данным следователей Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю, трое местных жителей в возрасте от 34 до 57 лет, действуя организованной группой лиц в период с августа по ноябрь текущего года, осуществили добычу, перевозку и содержание 6 особей кречетов, относящихся к особо ценным видам диких птиц отряда соколообразных. Птицы содержались в специально оборудованном погребе квартиры на территории поселка Осора Карагинского района Камчатского края, откуда они были изъяты и после осмотра орнитологом выпущены в естественную среду обитания. Краснокнижных пернатых подозреваемые собирались продать. С двумя гражданами ранее договорились о совместной добыче, перевозке и реализации соколов кречетов в другом регионе. Ущерб Российской Федерации от преступных действий организованной группы оценивается в размере, превышающем 13 миллионов рублей. Двое злоумышленников признали свою вину в инкриминируемом преступлении и сотрудничают со следствием. Один из соучастников группы причастность к совершенному деянию отрицает. Данному лицу судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.